Что касается слов «Иннама джоля лимам льотема би», что касается слов «Поистине имам сделан для того, чтобы за ним следовать», что означают эти слова? «Имам сделан для того, чтобы за ним следовать». Ан-Науи говорит, что Шафи и группа ученых, они говорят, следовать, то есть в его внешних действиях. Следовать в его внешних действиях. А не в намерениях. То есть намерения могут отличаться. Может совершать обязательный намаз маамум за имамом, который совершает нафль, который совершает дополнительный намаз. Или наоборот. У имама обязательный намаз, у маамума дополнительный намаз. Зухр можно совершать за имамом, который совершает аср. Это мнение Шафии и группы ученых. Поэтому в хадисе речь идет, говорит они, о чем? Не о намерении, что следовать за имамом в намерении, а о чем? Следовать за ним в его действиях, внешних действиях. Малик, Абу Ханиф, они и другие, они говорят, нет, нельзя, чтобы так вот намерения не совпадали. Говорят, они имеются в виду здесь, в хадисе, и в действиях следовать, и в намерениях следовать. Но правильное мнение, валлаху тааля, это мнение вот имама Шафии, ученых, которые на этом мнении, и Ан-Науи, рахмаллаху тааля, приводит довод имама Шафии. Какой довод имама Шафии? Довод его, что пророк, алейхиссалату вассалям, и ученых, которые придерживаются этого мнения, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершил намаз со своими сподвижниками в Батн-Нахль. Батн-Нахль совершил намаз со сподвижниками, это был Салат-уль-Хауф, то есть намаз страха. И совершил этот намаз два раза. Два раза пророк, алейхиссалату вассалям, совершил намаз. С каждой группой отдельно. С одной группой совершил намаз, с другой группой совершил намаз. Что это означает? Это означает, что второй его намаз уже не был что? Фардом. Не был обязательным намазом. Это уже было что? Нафль. Правильно. А для тех других, для которых за ним совершали, это был фард. Значит, намерения не совпадали. Еще какой хадис, который наверняка вы знаете. Хадис Муаза, что Муаз, рады Аллаху Таран, совершал с пророком, алейхиссалату вассалям, намаз Иша. Намаз Иша. То есть фард. Да, а потом он шел и совершал в качестве имама намаз со своими соплеменниками. И значит, для него это уже был намаз какой? Дополнительный. А для них это был намаз обязательный. На что это указывает? Указывает на то, что значит следование в чем? В действиях, а не в намерениях. И это подтверждается также той версии Джабера, которая будет дальше. Сказано, и тамму би аимматикум, следуйте за вашими имамами, инсалля кайман фасаллю кияма. Если он совершает намаз стоя, вы совершаете стоя, инсалля кайдан фасаллю куда, если он совершает намаз сидя, вы совершаете сидя. То есть хадис указывает на то, что речь идет о чем? О следовании в чем? В намерениях? Нет. В действиях. Следование в действиях. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما